В Пинском районе выбрали учителя года 2020. 31 января на базе Пинковичской средней школы имени Якуба Колоса прошел финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь». В этом году в первом этапе конкурса приняли участие 33 педагога из 26 учреждений образования. На своих рабочих местах участники провели открытые уроки, продемонстрировали наработки педагогической деятельности. Из них выбрали лучших. В районный этап вышли 8 педагогов. На сегодняшний день эти педагоги показали открытые уроки в незнакомых классах и прошли психолого-педагогическое тестирование. Все эти 8 человек уже прошли в областной отборочный этап. Во время финальной программы педагоги рассказывали о себе, знакомились с методами работы, делились профессиональными секретами. Каждый из конкурсантов на достойном уровне продемонстрировал свои педагогические качества и творческие способности. Жюри было непросто определить лучшего. По итогам конкурса дипломом за личный вклад в профессию был награжден Руслан Голиков, учитель физической культуры Кошевической средней школы. Диплом третьей степени получила учитель начальных классов Пинковичской средней школы Ирина Ларионова. Второе место у воспитателя Пинковичского ясли-сада номер 1. Учителем года 2020 и победителем районного конкурса стала учитель математики Пинковичской средней школы Светлана Кондерешко.